Продвинутый интеллектуал не станет потреблять такой попсовый кал. Но есть в шоу-бизнесе твердый закон, и как часы работает он. Идешь в туалет, поднимай стульчак, поешь куплет, пой про Ксюшу Собчак. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ТНТ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, Муз-ТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, НТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, РТР мне в уши. Нам бы поэзию, поэзию нам бы. Давайте сочинять хорей и ямбы. Но ямбы не хотят, а что хотят? Смотреть на ютюбе про щенят и котят. Однако бывают такие моменты, когда даже Охлобыстин идет президент. И надавим на педаль и дернем рычаг. Собчак, президенты, в президенты Собчак. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ТНТ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, Муз-ТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, НТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, РТР мне в уши. Очень своевременная мера. Ксюша Собчак, между прочим, дочь мэра, а не таксиста и не прораба. И будет в президентах у нас стильная баба. Ксюша с политикой с детства знакома, а сейчас в стране политическая кома. Нам нужен мощный импульс. Итак, голосуй за Ксюшу, голосуй за Собчак. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ТНТ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, Муз-ТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, НТВ мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша, РТР мне в уши. Ксюш, Ксюш, Ксюша,